Приветствую всех на своем канале, с вами Людмила. Сегодня я в Фикс Прайс, и посмотрите, что как уже оформлена витрина. Такие красивые праздничные тыковки к празднику Хэллоуина. По порядочку сейчас покажу вам, что мне самое больше заинтересовало. Смотрите, шкатулка тыква 199 рублей. Есть вот такой размер, поменьше. Так и называется шкатулка тыква. Банка с замком тыква 510 миллилитров, 249 рублей. Тыква керамическая 124 рубля по акции. Чашка с крышкой тыква 300 миллилитров. Здесь она закреплена, открыть не могу. 199 рублей. Кружка тыква 500 миллилитров, 249 рублей. Состав керамика. Тарелка паучок 124 рубля. Расцветочки разные. Тарелка декоративная тыква 31 на 18 сантиметров 299 рублей. Есть такая вот салатная и оранжевая. Салфетки сервировочная тыква 79 рублей. Тоже разные расцветочки. Есть вот такая яркая. Вот такая золотистая. Игрушка антистресс паук. Открыть не могу, потому что он запакован. Колпак карнавальный за 79 рублей. Расцветочки разные. Набор бумажных тарелок. 8 штук. Есть вот такой вот с листиками и форме тыквы 87 рублей. Салфетки трехслойные 20 штук 69 рублей. Вот такие вот композиции декоративные 149 рублей. Декорация мягкая гном 249 рублей. Мягенький такой. Вот такой еще есть. Акции декорация тыква 99 рублей. И вот такая еще цветочком 124 рубля. Игрушка перевертыш 174 рубля. И паук декоративный 199 рублей. Здесь всякие заколки карнавальные 79 рублей. Вот такая светящаяся 62 рубля. Аквагрим с карандашом 6 красок 87 рублей. Наклейки виниловые. Декорация домовой по акции 116 рублей. Набор декоративных тык 149 рублей. Вот такая декорация подвесная 69 рублей. Здесь разные гирлянды. Это 3 метра 199 рублей. Такая 2 метра 124 рубля. Набор формочек для печенья тыква. 4 штуки 99 рублей. Набор декоративных тыкв по акции. Тоже расцветки разные. Такая вот ветка декоративная. Наклеечки всякие.
Так, и посмотрим еще посуду, новинки какие появились. Я вижу, что уже здесь есть. Вот смотрите, какой салатник на 1,2 литра. 249 рублей на ножках. Тарелка 19,5 сантиметров, 124 рубля, но это предыдущий завоз. Пиала боул 174 рубля 50 копеек, 860 миллилитров. Так, забыла вам сказать, это стекло вазы. Здесь всякие бантики. Завязки. Тарелка 22,5 сантиметра, 87 рублей. Такой красивой формы. Это опаловое стекло. Поменьше тарелка 17,5 сантиметра, 59 рублей. Смотрите, какую я нашла турку. Турка 450 миллилитров. Боросиликатное стекло. 229 рублей. И рядом вот такие вот соусницы с крышкой. 80 миллилитров. Так. Состав стекло 99 рублей. Продолжаю показывать новинки. Кувшин на 2 литра. 399 рублей. Ой, какой он легкий. Так. Это товары из коллекции. Еще есть конфетница с крышкой. Поищем сейчас. Бокал и чайник заварочный. Боросиликатное стекло. А вот он. Вот он, этот чайник заварочный на 1 литр. 399 рублей. Так. Ну что, ищем еще бокал. Бокала пока не вижу. Что еще нового появилось в Фикспрайсе? Смотрим вместе и подписываемся на мой канал. Такой вот набор. Мерный стакан с 5 мерными ложками. 79 рублей. Расцветочки в ассортименте. А вот такая вот подставка для столовых приборов. Стоит она 279 рублей. Внутри на 4 разделено. Размер 18,5 на 14 и на 13,5. Есть еще вот такая вот серая. А на этом я свой обзор заканчиваю. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Желаю вам удачных покупок, хорошего настроения. С вами была Людмила. До новых видео на моем канале. Снизу будут ссылочки на мои каналы на Дзен, Рутуб и Телеграм. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь. До новых встреч!